Что происходит? Том... Том проводит тебя. Неужели? Эй, работа такая. На всякий случай. Ладно, если тебе так спокойнее, пап. Дочка. Увидимся завтра. Я возьму пальто. Цветы для дамы, сеньор? Нет, спасибо. А как же мой букет? Постой, я провожаю тебя домой по просьбе Луиджи. Когда у нас будет настоящее свидание, будет и букет. Возможно, если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя. Оу, привет, красотка! Да ты нам изменяешь? Отвали! Не надо огрызаться, куколка! Так и быть, пусть твой хак смотрит. Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увести нашу тёлку. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Даю вам последний шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери и был крутым, но сейчас он старый пердун. Морелла его со дня на день спишет со счетов. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьма кусок. Я отвалю! Томми! Получил, тупой урод. Отвали от меня. Эй! Неплохой хук справа, молодец. У тебя кровь. Пойдем ко мне домой, я посмотрю. Может, зайдешь, чтобы я тебе помогла? Все думал, когда пригласишь. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, садись на диван, ты останешься здесь. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Как скажешь. У тебя нет лишнего одеяла? Нет. И отопления нет. Ничего.